Услуги эвакуатора в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. В Комсомольском районе на улице Чайкиной произошло массовое ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, синий авто выехал с прилегающей территории на главную дорогу, где столкнулся с Audi. После удара иномарка выехала на встречную полосу и там столкнулась лоб-лоб с Калиной. Информация о пострадавших уточняется. На месте дорожной аварии работал экипаж ДПС. Сотрудникам ГИБДД были опрошены свидетели и собран проверочный материал. 30 сентября на улице Советской в доме номер 55 произошел пожар в подвале. Со слов жительницы дома, в подвале производился капитальный ремонт, и в какой-то момент там случилось возгорание. Об этом незамедлительно сообщили в службу 101, и к месту было направлено несколько пожарно-спасательных расчетов. Огонь удалось быстро ликвидировать. В настоящее время дознавателям устанавливается причина, из-за которой произошло возгорание. Один человек погиб, двое оказались в больнице после столкновения «Приоры» с двумя грузовиками. Из информации полицейских следует, что большегруз «ДАВ» с полуприцепом не смог соблюсти безопасную дистанцию, да и идущий впереди «Приоры», которая поворачивала налево. Автомобили столкнулись. После удара легковушка выехала на встречную полосу и там столкнулась с еще одним автомобилем, грузовиком «ДАВ» с полуприцепом. В результате аварии погиб пассажир «Приоры». Еще один пассажир и водитель легковушки были госпитализированы. 30 сентября под колеса автомобилей попали три человека. На автостроителе «Лада Веста» сбила женщину 82 года рождения, которая пересекала проезжую часть на самокате. В результате ДТП пешеход получил множественные поверхностные травмы головы. Женщине было назначено амбулаторное лечение. Спустя два часа на Степана Разина автомобиль «Форд» сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с политравмой был отправлен в лечение. Учреждение. Еще через час на Дзержинского «Рено Дастер» сбил пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. Молодой человек получил травму головы. Ему назначено амбулаторное лечение. Пенсионер из Тольятти нашел чужую банковскую карту и потратил с нее порядка 30 тысяч рублей. Преступление было совершено в сентябре этого года. В отдел полиции обратилась 19-летняя девушка. Она сообщила правоохранителям о том, что после потери карты с ее счета пропала крупная сумма денег. Полицейские изучили банковскую выписку о движении денежных средств и установили, где именно расплачивались картой тольяттинки. Этими местами оказались продуктовый магазин, а также автозаправка. Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался 70-летний пенсионер, который нашел карту на улице. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы.